Из них 18 автобусов модели ЛиАЗ вместимостью 105 человек предназначены для городских маршрутов. Они работают на экологически чистом топливе, природном газе. Все машины оборудованы утепленными стеклопакетами и теплыми полами. Еще 5 новых пригородных автобусов марки «Нефас» вместимостью 44 человека пополнят автотранспортные предприятия Белова и Ленинско-Кузнецкого. Эти машины работают на дизельном топливе стандарта Евро-5 и оборудованы автономной отопительной системой. Всего в этом году по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» за счет средств областного бюджета поступило 250 единиц техники, и до конца года ожидается еще 130. Цитирую: «Мы последовательно обновляем автопарк кузбасских транспортных предприятий, закупаем комфортные, вместительные и экологичные автобусы, приспособленные для работы в сибирских условиях. Новый транспорт уже курсирует по маршрутам в разных муниципалитетах. В итоге к 300-летию Кузбасса в регион поступит почти 1100 единиц новой техники. Автопарк предприятий обновится на 60%, подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.